Так, ребят, пришли мне лампочки светодиодные, противотуманки. Видите, я еще не открывал даже упаковочку. Давайте откроем вместе. Так, открываем. Такой вот у нас запакованный мешок. Нужно сказать, запакованы они, конечно, конкретно, с лампочки. Открываем. Так. Прям вообще закручено. Дальше нет. Так, вот самое интересное. Вот мы можем видеть уже эти лампочки. Вот они. Что такое? Вот, это обычные 5-ваттные лампочки для габаритка. Правда, они такие крупненькие. Но крепление, вот видите, обычные. Сейчас я открою их, продолжим съемку. Итак, нужно отметить просто огромные такие лампочки. Большие очень. Разъем, правда, стандартный 5-вольтовый. Ну, как многие разъемы для автомобильных ламп. Вот такой вот. Что мы можем видеть? Вот такая вот линза. Видим там мощный светодиод. И такие же светодиоды, тоже мощные. 4 штуки по бокам. Я думаю, что запросто эта лампа может выдавать люмен 600. Не 900, конечно, как китаец заверяет. Но люмен 600, наверное, на 100% он будет выдавать. Это такая же. Тоже видим крепление. Здесь, значит, 4 по бокам. И один мощный светодиод сверху. Конечно, здесь вот, скажем так, линза залита не очень хорошо. Вот здесь вот видно какой-то пузырь воздушный. Вот он. Но я думаю, что на работу это вообще никак влиять не будет. То есть линзу не очень хорошо залили. Стекло это. Оно не треснутое, просто такое волокно. Внутри. Постараюсь приблизить. Положим. Ну вот, видно, что вот здесь вот небольшое такое, как бы. А у этой лампы тоже. Этой лампы тоже. Это не трещины, это просто, как вам сказать, внутри стекла такое ощущение, как будто какое-то волокно попало. То есть, видно, когда заливали стекло вот сюда и сюда, то есть, вот такое сверху попало. Ну, то есть, то ли неровно. Видишь, то есть, никаких сколов нету, поверхность абсолютно гладкая. Ну, то есть, скажем так, на свечение это влиять вообще не будет, так думаю. Вот, вот такие вот по бокам светодиодики. Корпус металлический. Все соединения такие добротные. Ничего не отваливается. Ну, если бы не это вот волокно, то 5 с плюсом можно было поставить. А так, твердая четверочка. Ну, даже 4 с плюсом. Потому что для меня вот это волокно, там, которое внутри просматривается, абсолютно не важно.
Ну и что, как обычно, подсоединение к аккумулятору в начале. Посмотрим, как они светят, эти лампочки. Итак, добрый вечер. Сейчас я хочу подсоединить лампочку Т10, которую недавно заказал. Вот, специально сейчас как бы ночь. Вот, я хочу подсоединить лампочку на проверку свечения этой лампы. Итак, ребят, сейчас на данный промежуток времени я подсоединил провода. Вот, как видите, обычную переноску я подсоединил к аккумулятору. Вот, сейчас, чтобы вам было виднее, вот, вот так вот. Вот здесь вот, конечно, не видно провода, но подсоединил к аккумулятору. Вот, сейчас хочу включить и проверить лампочку на свечение, то есть как она светит. Что, давайте приступим. Как видно, лампочка светит очень ярко, даже ярче, чем, скорее всего, противотуманных фар, потому что здесь светодиоды, вот так вот, смотрите, светодиоды гораздо ярче, и они немножко другой конструкции. Также видно линзу, яркий белый свет. Вот так вот они светят. Немножко слепит, если честно. Но, скажем так, светодиоды проходят испытания нормально. На этом все. Скоро буду. Вот видно, что здесь подсоединено к аккумулятору через два провода. Скоро буду подсоединять как бы вот эти светодиоды в габаритные фары автомобиля вот сюда вот. Вот, можно видеть габариточки там. Вот, будем проверять свечение уже непосредственно габаритов. На этом все. Вот так вот светят эти лампочки. Думаю, 900 люменов они, конечно, не выдают, но люменов 600 выдают, это точно. На этом все. Читайте дальше наши статьи.